У нас очень серьезно стоит проблема преступлений на почве ненависти против ЛГБТ, особенно это касается мужчин-геев, то есть люди могут быть просто избиты на улице. Буквально в этом году произошел случай, когда парень умер после атаки возле гей-клуба, и, к сожалению, его человек, который его избил, получил только 11 месяцев тюрьмы и вышел уже в августе этого года, а в октябре вот, Михаил, ну, пострадавший, умер. И, к сожалению, полиция не может защитить ЛГБТ-людей от избиений, оскорблений, унижений и так далее. То есть каждый человек может с этим столкнуться. Что касается публичных манифестаций в поддержку прав ЛГБТ, гей, прайда, мы пытались проводить такие мероприятия. И, к сожалению, на любую публичную акцию нам нужно разрешение властей. На любую, даже на одиночный пикет. Власти, естественно, не дают этих разрешений никому. За последние 5 лет было подано нами 100 заявок на мирное собрание, и только одна была удовлетворена. А акции, проводящиеся без разрешения, могут быть атакованы милицией. Людей милиция просто избивает, арестовывает, сажает на несколько суток под арест и, в общем-то, всячески унижает. Нельзя закрывать глаза на нарушение прав человека в Беларуси. Нам нужна ваша помощь. Распространите это видео.